Как и укладка нового асфальта, дорожная разметка наносится преимущественно в ночные часы, чтобы не создавать дополнительных помех движению. Эти работы в городе ведутся параллельно. Особое внимание уделяется центральным улицам и оживленным пешеходным зонам. Завершаются практически уже работы по понижению бордюров, сходов, съездов с тротуаров на проезжую часть к внутриквартальным дорогам, к дорогам общего пользования, ну, практически 1/3 по городу Одинцово. Поэтому на следующий год мы также должны запланировать мероприятия по понижению, по тактильной плитке, по безопасности прохождению через опасные зоны, это перекрестки, там, где есть светофоры, там, где нет светофоров. Климатические условия в средней полосе России непростые. Дорожная разметка изнашивается быстро. Особенно зимой, когда трассы обрабатывают противогололедными реагентами. Любой автомобилист знает, что поездка по улицам, на которых дорожная разметка просматривается плохо, превращается в настоящее мучение, а иногда и просто опасно. За этими работами нужно следить постоянно. Они проводятся всегда в ночное время, поэтому наши люди, которые контролируют производство работ, выходят ночью, начиная с 11-12 часов, и до утра они производят эти работы и контролируют эти работы. Также жители видят, что наряду с разметкой мы сейчас на некоторых улицах проливаем швы. Тоже это плановая работа подготовки уже к зимнему периоду эксплуатации улиц и дорог нашего города. Предприятие, выигравшее муниципальный контракт по нанесению дорожной разметки, в прошлом уже неплохо себя зарекомендовало. Так что качество и сроки выполнения работ должны быть соблюдены. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».